Украина увеличила экспорт молока в 4 раза. За 5 месяцев 2018 года экспорт молока принес 6 миллионов. Значительная часть продукции экспортировалась в Ливию. В мае 2018 года Украина увеличила экспорт молока в 4,1 раза, 1,6 млн, до 2,2 миллионов. Импорт вырос в 2,2 раза, 200 тысяч. Об этом сообщают Украинск Новини со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в понедельник, 18 июня. Отмечается, что значительная часть молока экспортировалась в Ливию, на 900 тысяч. Также в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года маем 2017 года импорт молока увеличился в 2 раза, 0,3 млн, до 0,5 млн, экспорт, в 3,1 раза, 4 млн, до 6 миллионов. В апреле 2018 года в сравнении с апрелем 2017 года импорт молока уменьшился на 2,2%, до 91 тысяч, в то время как экспорт увеличился в 3,9 раза, 1,3 млн, до 1,7 миллионов. Ранее сообщалось, что за 4 месяца 2018 года аграрный и пищевой экспорт принес Украине 6 миллиардов. За январь-апрель экспорт продуктов в ЕС вырос на 14% и составил 2,8 миллиардов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.